Добрый день, меня зовут Лысинов Евгений, я директор сети Vegan Touristic. Мы сейчас находимся с вами на остров Тассос. Регион у нас, не знаю какой. Отель у нас Raccoon Bay. Он находится в поселке на первой береговой линии. Стоимость его на данный момент с вылетом из Минска на полупансионе на один с ночи 1536 евро, на all-inclusive 1836. Это один из отелей, из недорогих которых находится на первой береговой линии, недалеко от моря. Друзья, если вы хотите поехать в этот отель, отдохнуть или в другие отели в Греции или в других странах, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию, мы будем рады вам помочь. Все будет на высшем уровне. Ресепшн и главный ресторан, судя по всему, или это ресторан просто? Ну вот смотрите, мы вышли из ресторана, буквально 20-30 метров, мы на первой береговой линии на море, очень круто. Бассейн. Ребят, смотрите, какая красотища, тут сосны прямо на берегу моря, я такого не видел. Очень круто. В тени можно полежать, вот он пляж. Пляж песчаный, вид красивый. И вот сама вилла трехэтажная. Из фишек этого отеля, ну, он находится сразу на первой береговой линии, то есть вот отель, вот море. А пляжи здесь муниципальные, поэтому здесь могут быть посторонние гости. В Греции нету, невозможно выкупить пляж. Пляж является собственным муниципалитета и является городским. Поэтому любые жители, гости могут его посещать. Лежаки здесь бесплатно. Для жильцов этого отеля, для приезжающих, посторонних людей платно. В номере, в отеле 110 номеров, из них 55 выходят с видом на море, 55 на город выходят. Концепция all-inclusive и full-board. Можно менять завтраки, вернее, обеды на ужины. Это нужно уведомлять на ресепшене. Отель, в принципе, неплохой. Сейчас посмотрим номера еще. Я думаю, за эти деньги он стоит того. Номер 501, стандартный тип номера. Покрытие здесь у нас плитка. Одна большая кровать, кровать двухъярусная. Ну, судя по всему, это family номер. Кондиционер индивидуальный. Плазменный телевизор. Есть холодильник. Душевая кабинка. Душ, смотрите, есть такой ливневый, тропический, санузел. Все красиво, чисто, аккуратно. Давайте выйдем на балкон. Вид на море. Здесь балкон, кресло, балкон большой. И прекрасный вид на море и бассейн. Шикарный вариант. Номер 405. Предыдущий номер это был Family, там Deluxe какой-то. Это нестандартный был. Неправильно мне сказал представитель отеля. Она, видимо, не очень понимает. Смотрите, здесь он еще не убран, так что, пожалуйста, вы не смотрите на то, что здесь бутылки там валяются, еще что-то. Все чисто, аккуратно. Ну, мне нравится, по крайней мере, покрытие. Здесь плитка, две кровати, все чистенько. Кондиционер индивидуальный идет, плазменный телевизор, холодильник. Все как в лучших домах Лондона и Парижа, как говорят. Кондиционер на балконе. Может быть, шумновато, конечно, от него, когда он будет работать. И вот опять-таки мы видим море, пляж. По поводу сейфа я не уточнил. Сейчас давайте посмотрим. Наверное, где-то здесь. О, сейф есть. Только непонятно, платно он или бесплатно. Wi-Fi, как правило, на территории отеля бесплатно, а вот сейфы, кондиционеры могут быть платны. Друзья, если вам понравился данный видеоматериал, был полезен, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Лысинов Евгений.